Всем привет, вторая часть. Извините, у меня просто телефон просто садился. Вот он у меня и сел, поэтому решилось так снимать. Теперь как-то буду так снимать. Ок. Сюда вылазь. Давайте Все, вроде бы готово. Так. У нас тут еще что? Еще. А, у нас тут еще провода открыты. Так, у меня тут пароль еще есть. Пим. Ну, вроде бы готово. Сейчас закроется. Опа. Все закрылось. Все. Макс. Вот что у нас здесь. Все, будем готовить пиццу. Придумала как. Вот так. Господи, еще. Ну, просто так надо. Сейчас возьмем несколько терпов. Вот несколько терпов. Раскатываем. Вот что мы сейчас раскатываем. Берем денег. Намазываем. Намазали. Сюда ложечку ложим. Берем сыр. Сейчас, прямо сейчас я это все посыплю. Вот. Теперь берем колбаску. Пук. У меня тут еще колбасочка. Ну и грибочки, конечно же. Пля. Опа. Вот какая пицца у меня получилась. Все готово. Открываем. Пакуечку. Ложим сюда пиццу. Закрываем. Ложим, знаете куда? Вот сюда. Вот. Взяли чекусечку. Ручку. Вот чекуська идет. Открывает пиццу. Уже книга скоро будет улет. Вот. Починили. Вот. Задавили. Вот у нее взяли. Сейчас будем переворачивать. Переворачиваем. Простите, просто бошка была не там. Вот. Я как бы так сделала. И все. Вот сюда надо свою бошку. Надо Фредди бошку поставить. Господи, сейчас поставим. Кто-то видел, кто-то не видел, но все равно. Так. Вставили голову запасной паролой. Пиу. Так, вроде бы все. Осталось в клювик вставить. Вставили. Переворачиваем. Опля, что у нас здесь? Автоматик пазл. Прикольненько. Сейчас будем играть. Вот так. Так, давай, мы побеждаем же, давай. Трогаем зрительно. Кнопочка, золотая кнопочка. Юху, мы выиграли. Так, вот достаем из нашего игры. Вот концовка. Концовка. Потому что мы подводим итоги уже. Ну, вроде бы все как бы.
Вот и вся концовка. Это пазл, который надо собрать. Если вы хотите, чтобы я еще что-то снимала, то просто ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и все. Вот и вся концовка. Серафима, я вам чуть-чуть спалила адрес. Ну, создателю ну, ничего не это уже понятно. А сколько лет мне, я не скажу. Ну, на этом было все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Снизу под роликом. С телека, кто знает, подписывается. А кто не знает, просто телефон берет и там подписывается пусть. У меня вот, вот такая есть, которую я снимала. И вот такая. Какая вам понравилась больше? Мишка Фредди или Радужные друзья? На английском здесь Rainbow Friends, а вот здесь на английском Five Nights at Freddy's. Кто знает, тот знает. Кто англичанин, тот знает. Ну, я это все с другого видео сделала. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, какой вам понравился из этих. И до новых встреч. Всем пока. Кто успел, тот успел поставить лайк. А кто не успел, тот и лошара. Кто двинется, тот гей. Освобождение, лайк.